Вот ты забираешь-то... О, господи, так, мальчики. Может, домой пойдем? Солнце мое. Мне кажется, Тафочка пытается тебе в душу посмотреть. У нас как бы кот-охотник. Я тебе даже... Господи, да я тебе даже хлеб оставлю, на. Слушайте, застряла. Давай, выходи. Всем доброе утро. Это Тафонька проучает Тафи. Ой, Сэдди. Чтобы он не приставал к нему. Сэддичка, вот ты забираешь-то... О, господи, так, мальчики. Боже, Котя, они тут не настроили сегодня Тафи. Он рычит, и ему ухо лежит такой, типа... Нет, это не после этого. Тафи что-то, короче, Сэдди его сам задирал, когда Тафи подошел сюда. И Тафи это не понравилось, да, Тафи? Что Тафи сегодня это? За ворогой, я скажу. Так, у нас начался дождь. В общем, я только вывесила, наверное, минут 30 назад постельное белье, там на веревке сушится. В общем, начался дождь. Я все сняла, и Тафь смотрите, под качели прячется. Тафонька, может, домой пойдем? Солнце мое. Смотрите, тут все сухо. Тоже, мамка, мне не так хорошо. Ну ладно, Тафа. Смотрите, я вот пошла в дом. Смотрите, только мамка... Ты права. Ну, заходи тоже. Давайте. Так, а я тут собираю алмазную мозаику. Практически, можно сказать, половину собрала. Так, темно стало, пришлось достать светильник. Только что лизнул ухо Марти. Посади, нервничает. Посади, хватит нервничать. Что за идиллия? Мне кажется, Тафочка пытается тебе в душу посмотреть. Судя по взгляду. Знаешь, он как этот, как школьник такой. Он так хотел полизать ему ухо, чтобы полизал такой и лег сразу на тебя.
Кота недовольна. У кота недовольна? Это Сэдди, звонко слишком. Тебя хочет лизнуть или кота? Он всех хочет зацеловать. Тихонько, любвеобильный. Тихонько так преданно смотрел на тебя. Манюня, ты там все свои дела сделал? За хвостом побегал? Порычал? Погавкал? Что ты еще не сделал? Давай вспоминать. Ну, ты что за милота такая? Мне нравится, что Марти не уходит, он обычно... Конечно, я его прижал. А, ты прижал. Лежит ухо и на тебя смотрит. Это на реакцию. Такую так можно делать? Так, мы с собаками пойдем гулять? Не знаю, может, до завтра? Может, отложим до завтра? Как думаешь? Мальчики, может быть, завтра пойдем гулять? Завтра? Что-то сегодня лень так. Как вы считаете? Сечка, завтра пойдем гулять? Завтра. Таффи такой, как он все понял. Слово «завтра» и «гулять». Вот только нечего тут такие слова говорить. Он такой, я вас сейчас всех укушу. Ну ладно, сейчас пойдем гулять. Гулять пойдем? Господи, Сэдди, вообще-то мы не спрыгиваем с дивана, ты что? Мы же ждем. Уже гулять пошел. Я их просто спускаю, чтобы они, ну, короче, на пол не прыгали, чтобы вот там разъезжались. Смотри. Мне кажется, он шерсти подавился. Да, Сэдди, подожди еще, даже надо же... Еще 8 нету. Сейчас будем собираться. Ты зря ушел. Нет, я тебя поднимать больше не буду. Сам ушел. Давай, покажи, как ты умеешь прыгать. Что, разбег устроил? Ага, конечно. Не устраивай сказки. Знаем, как ты можешь прыгать. Угу. Пока нас нету. Весь диван этот шерстяной, потому что кое-кто запрыгивает. Угу. Да, и подушки разбрасывает. А если есть что на столе, еще со стола что-нибудь кладет. Сосиска? Ой, ну давай, тебе игрушечку включу. Давай. На, все, отключила. Вот все, свалил? Угу. Стоп. Можешь спустить Тафоньку, пожалуйста? Да, он сам сможет. Но я не даю им. Вдруг это что-нибудь. Уже где-то.
Господи! Ты что буянишь? Баян, буян. Ладно, будем собираться на прогулку. Так, у меня тут надо прибраться. В общем, я сегодня запекла курочку. И просто, просто божественная жареная картошечка с грибами, с лисичками, к сметане. Это просто какая-то, не знаю, запах на весь дом. Просто вкуснятина. Еще пока не ели, я чуть-чуть попробовала. Просто классненько. Еще сегодня арбуз купили, но, блин, такие мелкие косточки, их так много, что-то как-то вот неудачный в этот раз арбуз, я бы сказала. Да, и мамка еще купила мерсишечки, в Дикси по скидочке были, боже мой, как я люблю мерси. Вот такой вкусный шоколад. Так, стоять. Так, в общем, я поехала кататься на велике. Приехала в лес и решила посмотреть, что у нас тут растет. В общем, нашла вообще чуть-чуть бруснички. Думаю, сейчас немножко поем и поеду дальше. Тут все сметают, поэтому... Не так много ее. Так, надеюсь, собаки здесь не писали. А, могут. Ладно, будем думать о хорошем. Так, в прошлом году мы со Стасом очень много черники тут ели. Ну, как бы мы ее не собирали. Я вообще чернику не очень люблю. Но вот мы просто приезжали вот так же здесь, ну, правда, на той стороне. Таки раз, поели чернички, поехали дальше. Вот, мне больше нравится вот такая, ну, брусника. Она более такая кисленькая. Ну, тут какая уже хорошая. Так, вам далеко не уходить от велика. А папа сейчас прислал фото, он пошел тоже где-то в лес. Там еще на районе. Ну, так называемый лес. И постоянно там какие-то грибы собирают, что-то посылают мне. Думаю, ничего себе, какой молодец. Я в грибах ничего, конечно, не понимаю. Я их люблю есть. Так, ну ладно, поеду я дальше. Ой! Так, я все дальше ухожу. Очень много людей сегодня. Хотя будний день. Со мной, как всегда, водичка. Сейчас как раз хорошо будет после ягодок запить кисленьких. Хотя я не смогу ее вынести. Ты ее сам придешь. Сработало. Вот такой маленький мышоночек у нас попался. Мы купили две мышеловки. Они называются гуманные мышеловки. То есть они там без яда, без всего. Вот издалека просто даю понюхать. Вот так вот издалека. Тут мышоночек. Ну все, не будем травмировать. Сейчас я его вынесу. Господи, вот знаете, когда я вижу то, что у нас мыши вновь появились, я очень сильно злюсь. Но когда, знаете, увидишь вот эту вот маленькую жопку мышеловки, как-то вот становится ее очень жалко. В общем, Стас выбрал такую мышеловку на озоне. Да, на озоне. Сюда вот кладется, ну, типа, как приманка, корм. Мы не используем яд. Ну, во-первых, потому что у нас животные, у нас как бы кот-охотник. Вот, и я сейчас ее вынесу подальше, туда. Конечно, можете сказать, вот, типа, она придет к другим или, возможно, к вам вернется. Ну, убивать точно я как бы не готова. Марти, ёшкин кот! Ты посмотри, что у нас тут творится-то. А Багира где? Смотри, что нашла. Да. Ладно, все, мышки, тут уже стресс. Все, понесла ее. Куда мы тебя? Где мы тебя отправим?
Главное, чтобы ты обратно не вернулась. Господи, она бы, смотрите, подпрыгивает на этой штуке. Выходи давай. Я тебе даже... Господи, да я тебе даже хлеб оставлю, на. Да туда выходи. Господи. Давай, мышка, давай. Давай. Все. Только за мной не иди. Хотя я далеко ушла. Куда она делась-то? Вот она. Все, мышка на свободе. Хулиган. Я сейчас искала вторую мышеловку и не могла понять, куда она делась. Да, тут мы все убрали, потому что вчера мы уже переносили, примеряли эти фасады, ну не фасады, кухонный модуль, потому что, видите, у нас тут трубы. Почему у нас все так долго? Потому что это все надо будет вырезать. Ну, как бы там не так все сложно и долго, просто... Дело идет, вот, 11 сентября будет у нас столешница, и, в общем, закончим уже через неделю. И на следующей неделе, кстати, мы уезжаем. Вопрос не в этом. Вопрос, где вторая мышеловка? Я написала Стасу. Стас мне напомнил, что вторая мышеловка вот здесь у нас. Потому что, кто помнит раньше по нашим влогам, у нас здесь было очень много мышей. Точнее, у нас тут очень много запасов. И мышки к нам сюда приходили. Вот. Потом, когда мы все запасы убрали и положили туда очень много мяты, мыши перестали туда ходить. Так, кстати, подожди, не время. Мята, ну, вот обычную мяту нарвали в огороде, сушеная, и туда бросили. Давайте посмотрим, что у нас тут. Господи, тут мышонок. Ой, и тут мышонок. Опять надо выносить его. Хотя тут уже нечего есть. Я не знаю, как он сюда вообще пришел. Тут даже какашек нету. Я поэтому и не думала, что он, ну, как бы здесь приходят сюда мыши, если честно. Потому что какашек нету. Вот у нас под раковиной начали появляться вот эти вот, извините мне, отходы. Сразу, как только мы переставили туда раковину. И они с печи к нам приходят. Так что теперь придется и эту относить. Что-то не открывается. Ты что застряла-то? Слушай, ты застряла. Блин. Так, придется тут открывать. Отойди. Да ты, блин, там... Надо сюда выходить. Давай выходи. Господи. Тоже мне тут все обкакало. Блин, самое отстой, вот я сейчас из шланга промывала, ну, сначала все эти какашки, и они все застревают там. Вот это единственный минус этой мышеловки, а так вообще шикарно. Собственно говоря, уже гуляем так. Уже темно, вот фонарик пришлось включить. Да, вот так вот осень подкралась незаметно. Сойди, иди сюда. Ой, ладно, ничего не видно. Выключаемся. Они тут даже не фокусируют. Угу. На пастбище привела песиков. А они тут сюда травку едят.